Такие сырники – традиционное блюдо грузинской кухни. Получаются они солеными, необычными по вкусу и часто подаются вместо хлеба или с острым соусом. А приготовить их совсем несложно. Готовим. Мы привыкли, что сырники – это сладкое блюдо. А вот в Грузии готовят их солеными, из кукурузной муки, брынзы и с адыгейским сыром. Никогда не пробовали такие? Значит, пришло время попробовать. Из этого рецепта вы и узнаете, как приготовить необычные сырники с адыгейским сыром. Насыпаем в миску половину кукурузной муки, соль и сахар, заливаем горячей водой и перемешиваем. Добавляем растительное масло, перемешиваем. Крошим адыгейский сыр небольшими кусочками и перемешаем. Затем добавляем измельченную брынзу, перемешиваем. И в получившуюся массу понемногу вводим оставшуюся муку. Должна получиться мягкая и пластичная масса, из которой будет удобно формировать сырники. Обжариваем сырники на растительном масле на среднем огне. Сырники готовы.